Здорово. Короче, это самое, блядь. Микрофон застрял, ебаный ублюдок. Привет всем, братья! Че хочу сказать? Сегодня недолго. Потому что что? А, потому что я спать хочу, пизда. Я, короче, только приехал с работы, не завтра опять нахуй хуярить туда, в это бледунство. Поэтому сегодня потыкаемся час, может быть полтора. Вот, туда-сюда, там культиком подвигаемся, блядь. С кайфом. Лучше час стрима, чем без стрима, правильно? Потому что кто будет страдать, если не я? Вы же сами не будете страдать. Я буду страдать, здорово. Здорово, здорово, братухи. Семин, привет. Привет, брат, спасибо. Лёш, привет. Да я ебал в рот в таком состоянии в Warface играть. Какой нахуй подсад? Пускай они сами там подсаживаются туда-сюда, блядь. Я сейчас как пойду, блядь, культом двигаться, блядь, я вот сиську царапал. Если бы я еще культа под статую раскрыл. Бля, жалко, короче, нельзя взять талант правый, первый со статуей и культа. Бля, такое... Такое бы устроил. Глен, здорово, спасибо. Сейчас стрима одна катка. Не, не в этот раз. Во! Во, одна клетка даже есть. Даже одна клетка, прикиньте. Денис Рожков, привет. Сейчас надо немного похасанить, бля. Мне выпали часы власти. Поздравляю, брат. Хорошая пешка. Мне в ратурок, здорово, привет, шифр. Давай сразу культа и не уёбывайся. Ух, Это неприятно. Час стримить будешь? Тире полтора. Был? Час тире полтора. Плюс-минус там. Как войдет? Точки, ну, похуй. Хотя бы одна есть, это уже успех на самом деле. Это лучше, чем ничего. Стрит, здорово. Пупсик, привет. Кем работаешь? Слесарем? Максим, осуждаю. Нахуй. Такую хуйню. О, сейчас буду крутить, вертеть. Двигай, смотрите. Вах, вах. О, бывай. Их. Третий меч. Нихуя ты приколист. На культа копье лучший меч, брат. Или лучший меч. Целка, брат, не надо. Смотри бесплатно. Смотрите меня бесплатно, братухи. Вам еще пропуска покупать в Rush Royale. Вах. Вах. Димон, ва алейкум салам. Победишь как вчера, ну дай бог, победю. Юзуки, слава, привет. Огурчик, здорово. Так, Даня, разговор закрыт, нахуй. Степан, здорово. Откуда он усрался? Я вот даже не знаю, куда его сейчас тыкать. Какой максимальный донат? Последний максимальный, это был от Макса. Макс суеты навел. Шаленный. А, вот сейчас можно жать, да? Правильно, да. Да, почему нет? А когда не жали? Кармана ваш нету у тебя, брат? А ёба народ. Карманные, прикиньте. Лёха, здорово, Ленсис, привет. Слушай, это колдун, статуя или меч? Меч. Александр, здорово. Привет, Дмитрий. Бля, ебать, не ожидал я там увидеть Карманова. Я только, ну, похвалил его, поняли? 11-го монаха книгой доначу изредка. Если изредка, брат, делай. А когда они делали? Только, брат, лучшая поддержка — это то, что вы смотрите вот эту поеботу, которую я тут устраиваю периодически. Это самое лучшее, брат. Лучше этого, наверное, ничего не будет. О. Да ну насмерть, блядь. Что за точки под задиру? Да, задиры было бы охуенно. Но мы без задиры, поэтому тоже охуенно. Все, давай прижимайся, блядь. Я вот не знаю, есть ли смысл Т7 делать, он же не все равно ебанет куда-то. Это пизда. Т7 собери, брат, собираю. Тут как бы туда-сюда. Бля, призывов хотелось бы на самом деле. Пока хуйня адская падает. Ну, адская, откровенно говоря. 13-й танцер или монах 11-й? Я думаю, монах.
Арс, уа, алейкум салам, брат. Почему меч? Потому что меч это урон. Культу нужен урон. Как никому. Бля, карманная полетит, сгорю нахуй. Дима, уа, алейкум салам, брат. Суета. А почему призывателя не дает? Ладно, может, хоть глаза накоплю. Во, вот так. Вот так хочу. Точек нет. Одна точка, это уже победа. Играя за культа. Славик, привет. В группе в Телеграме косарь постом. А на стриме два косаря за крепом на стрим. Майк, здорово, брат. Теслу или пыль с фрагментами? Ну, я Теслу бы все равно собирал. Я верю в лучшее. Я верю в то, что когда-то она будет нормальной. Кореш, я рад за тебя, брат. Когда шапка выйдет, будешь качать? Ну, в меру возможностей, бля, финансовых, понятное дело. Потихоньку буду качать, конечно. Хотелось бы, конечно, сразу ее, но, бля, мне дохуя что хочется. Но не все получается. Випончик, здорово. Мог на точке Т7. Так он сам сделается на точке Т7. Зачем мне его делать? Финансы имеем. Нет, да, нет, это финансы нас имеют, бля. Танцу почти не апнули. Ну, это надо будет думать по выходу обновы. Что там с ней, апнули, не апнули. Почему у нее карманная, блядь, не летит, родной? Там же вроде свет, она опять ломаная. Кирюша, алейкум салам. Новый рекорд, ну, не в этой катке. Я думаю, чуть позже, может быть, когда-нибудь я хочу в тренировку. Я вообще хочу стрим сделать, где мы будем только рекорды ставить и все. Было бы охуенно. Уа-бабай. Монаху обязательно русалку. Да можно и тренера. Типа, ну, там особо выбирать не приходится. У тебя света нет в колоде. Так у него, блядь, свет есть, братуха. Там от его убийства. Убийство босса пешкой этой фракции в конце раунда. Вот, а у него свет. То есть это монахиня. И все. То есть там монахиня должна убить. Если монахиня убивает, все, движуха пойдет. Там монахиня пока, блядь, не убивает. Елисей, да. Сегодня вабабай. Уабабай. Дим, так там порезали этот, блядь, 15-й талант. Я думаю, это тоже сильно чувствуется. Почему так поздно, только с работы приехал? Он допизделся. Полетело. Ебасосину. А! Да что? О! Приветики, минетики. О, 9 глаз. Суета. Бля, вот я думаю, какого уровня его сделать? А, так тут все просто. 7-го, блядь. Бля, если ты еще качнул и дряду, я вообще просто кони двинул здесь. Ай-яй-яй. Лайм, братик, привет. Привет, родной, спасибо огромное за донатик тебе. Спасибо, братуха. А когда не спасибо? Привет, брат, привет. Спасибо огромное за поддержку. Да сюда, бля. Так, а что у него там еще раз? 15-я русалка, туда-сюда. Не, нормально. Это можно играть, наверное. О, опять не полетело. Похуй на его карманного брата, когда не карманы. Карманы это не... А, ебать, вирус, куда? Куда, брат? Welcome to the club, buddy. Пиздец. QBUI, брат, спасибо за код автора. Нихуя себе. 5 штук в одного припиздючило. Такого я явно не ожидал. Там, кстати, везде уже 10 глаз, если что. Если кого интересует, бля, вообще то, что происходит на моем столе, там уже 10 глаз. Рубок, здорово. Монахом после обнова можно поиграть, но пока не знаю. Это ж не конечный еще этап был обновления. Ребята будут еще выпускать патч, и у нас на эти выходные снова тестовый сервер. Рубок, здорово. Юби.
значит, долбоёб. Если это считается как юбе, значит, я конченый. Что, скорее всего, так. Чечевица, привет, отлично все. Максим, здорово, брат. Ох. Чё несется? Нормально. Вандерер, брат, спасибо огромное за поддержку, за приятные слова, за все, в принципе, что было. Что есть и что будет. Все, родное, душите. Спасибо. Грутик, здорово. Когда шапочка выйдет в конце месяца, Валерчик? Потому что все-таки ж её ждут. Шмотки, конечно. Вот. Нормальные шмотки. Куртка, блядь, под культа. Я только сейчас заметил. Рекорд посмотрим. В Rush Royale 2,5 года плюс несколько месяцев. Или дней. Я уже точно запутался. О, спасибо за код автора. Получается. Ты подвис. Где? Я ж не должен виснуть. У меня интернет 1000 монахов в секунду, блей. За что я такие деньги плачу, блей? Что, конченая нахуй. Пойдет. На одном устройстве переключать сак на другак? Не знаю, брат. Я таким никогда не занимался, только с компьютера под разные почты заходить. Тогда да, с телефона никогда не делал такого. А я, слышишь, Даня, я даже пропуск зеркалку не покупал и даже ни одной игры бесплатно не сыграл. Я думаю, я охуел. Так нельзя делать, как я. Ни одной игры даже не сыграно, блять. Хуеть! Давай. Нормально. Надо было третьего сделать. Ну ладно, я погорячился, чуть позже сделаем. Та-та-та-та-та-та. Ну и хуй там. Самая лучшая пешка в игре — культист. Культист — это моя любовь. Бля, хороший стол, слушайте, у него очень хороший стол. Мне очень нравится его стол. Долбоебина, бляй. Пожертвую на... А, оу, полечился. Уяси. Тых. Тых, бля, только не в центральных. Контр заклятия, я твою душу мамал. Это было приятно. Тоже относительно приятненько. Это хуйня какая-то. А Ближний Восток, это... Да, видел. Бесконечно жить. Корсар. Культ может очень много, культ может больше триллиона жить, но это надо удача и дохуя чего к удаче. Культ на самом деле очень, ну, сильный, бля, если уже не пиздеть. Просто это надо везение. У него чем дальше, чем дольше ты играешь, тем сильнее он становится. У него потом перестак как-то багается. Паш, здорово. У него потом очень сильный перестак идет урона. ID 697, спасибо за код автора, уа-бабай. Туда-сюда, бля. Поэтому он нестабильный, да? Нихуя я это почищу сейчас как воин. Пизда ты тупая, блять. Нихуя он меня подловил, чертила. Бля, это короче, ну, тильт. Как это вернуть теперь, блять? Короче, это будет как с Акмалем. Меня просто расхуярят. Меня просто разъебут, блей. Мое снаряжение — 20-й меч, 20-я куртка, 20-й амулет. Вот так. На 9-м культе, ну, 130, 140, 150. Завтра стрим, только если очень поздний. Я подумаю над этим, я пока не уверен. Но если будет, то будет прям поздний-поздний, пиздец. Бист можно. Итачи, привет, спасибо, что смотришь. Уесо! Бля, я сейчас... Бля, подгорело, клянусь бы. Если б я это не зачистил сейчас, я бы просто сгорел. Просто повезло. Просто действительно повезло. Я избавил вас от той поеботы, которая могла произойти. Стрит, брат, я собрался. Я просто замотивирован. Да, да, я все, я замотивирован. Ух, ух, все, видишь, брат?
Стаки летят, все качается, я должен это победить. Там 11 призыв. Бля, если, короче, у него не было бы карманного, я бы, ну, прям сейчас сказал, что выиграл бы. А так там карманы, я хуй его знает, что будет. Как завод стоит. Там где-то боссы 2Б, и тогда начнется просадка. До 2Б, наверное, нет. Бля, как-то он дохуя. Вам не кажется, что он очень много кидает туда, куда кидать не надо абсолютно? Кофе, иди сюда. Блядь, что со стаками, ебаная твоя жизнь. Опи-пяу. Это вообще фатально. Я хуй его знает. Это начало конца. Тёлка какими есть? То, что есть, тем и надо двигаться. Из сильного, понятное дело. Так. Ой, да иди ты нахуй. Как меч скипнуть, ебаный? Заебал. В натуре заебал, блять. Короче, если я сейчас это не убью, я нахуй выкидываю все. Мне надо, чтобы она апнулась. Я отдал слишком много сил в это. Ту-ту-ту, пизда. Забейте. Не застанил воина. Ха. Пососяо. Я лучший, бля, в этой игре. Только теперь надо скипнуть по еботу эту тоже. Под названием четвертый меч. Я ебал. У меня нахуй сил нет уже, бля, в это двигаться. Ёбаный в рот того хуй пойми кого, блядь. Пятый меч охуенно, я согласен. Не надо. А где урон, ёбаный в рот? Мяч вирус припиздит, чекайте. Мяч вирус. Мне похую, я живу, блядь, как никогда не жил в этой жизни. Прикольно. Да ты долбоёб, ебаный, третий раз, иди нахуй, кого ты лечишь, контрзаклятие, блядь, первая игра. Видите, объясните мне, вот что сейчас произошло за минуту игры? За минуту ёбаной игры, что, блядь, тут нахуй произошло? По-моему, меня наебали где-то. Нет? Ну хорошо, что хоть апнулся, блядь. По урону, конечно, пизда, тут, блядь, бесспорно. Какая-то ёбань. Мягко говоря. Чисто огнерык животное, ёбаное. Кисловод, здорово. Чтобы вновь починили КЗ, там непонятно пока что. Там чуть-чуть непонятно, починили, блядь, или хуй починили. Так, главное гроссмейстера припиздить. Если мы его припиздим, будет нормально. Больше 70b, брат. Ебать, подожди, дай ко мне еще 70b прожить. Я еще сам не уверен, что я с 70b постою. Жубанов, здорово. Вот видишь, у меня минимальная просадка. У тебя куртка подходящая. Под то, чтобы меня наебашить.
Ебать. Ай, блять, ебаный в рот. Короче, это фатальная, блядь. Фатальная, О, там пудинг, кстати. Святой привет, ну, подрежут. Режут. Как тебе новый пас сезона? Как и всегда, нормально. Одинаково полезно. Надо больше стаков. Надо больше стаков, блядь. Это мои 100 стаков. Wrong team. Алейкум салам, брат. На очистку. Не успеет. Кончита ебаны. А, она даже не пыталась. Забейте, она даже нахуй не пыталась. Ёбаный в рот того карманного ебаного еблана, блядь. Ну карманный хуесос, блядь, ну это ж без шансов, нахуй. Карманный, блядь, хуй пойми кто, блядь. Он нахуй не контрится, карманный. Сейчас нахуй как начну запретки, блядь, одна за одной говорить, вы охуеете. Вы столько запреток даже не слышали, сколько я сейчас могу рассказать вам. Просто, блядь, ебануться, нахуй. Как это, блядь, понимать, нахуй. Просто карманный шаман. Насувал, блядь. Блять, сколько эссенции? Ноль, нахуй. Поехали дальше. Блядь, когда это исправят, нахуй? Я уже, поняли? У меня истерика начинается. Если это не исправят, то это, блядь, абсурд. Ванилка, можешь качать любую пешку, искать карманного, и на карманном ты будешь двигаться как воин. Тут игра упирается в того, кто нашел карманного. Тот победитель. Если у тебя есть карманный шаман, ну, зачарован, то ты автоматически имеешь плюс 30, блядь, шансов на победе. Ферзь, ты взял этого? Контрзаклятие, брат. Рексик, всех... Команду разработчиков, если было бы время, пошел бы. Если было бы время, пошел бы. Если бы у меня прям реально было много времени, чтобы все это тестить и смотреть. Потому что, ну, пока что я могу это только в игре понять. Когда я играю и, ну, вот так вот меня насовывают, блядь. Ну, мне, блядь, четко видно, что, ну, что-то надо, ну, делать, блядь. Потому что пока ничего не делается, карманное, оно ультра имба. И его нужно искать всем. Вот есть душные колоды, а есть карманы хуйлан. И, блять, как бы вы и я не были против всей этой поебени, если вы хотите сохранить нервы и играть в эту игру, вам надо искать этого хуесоса. Майк, я пытался вот перед стримом записать видео, найти соперника. Хуй кого нашел. Хуй кого нашел, брат. Чисто база. Не знаю почему, кубки вроде бы, ну, небольшие. Тут, блядь, больше вопросы. Стой, подожди, брат. А, заебало. Когда закончится что-то из этого, бля. Я хуею, бля. Вы понимаете, это не заканчивается. Оно у всех, кроме меня. У всех. Майк, ты мужчина, блядь. Просто мужчина, блядь. Таких мужчин надо поискать, клянусь тебе, блядь. Скипнуть карманного, когда это дает плюс 30 к победе, это пиздец. Где искать карманного? В этой. Короче, где трубы крутятся. Вот там, где крутятся трубы, надо искать его. У него без фракции, ну и хорошо. Но оно ж багано, оно может полететь, даже если фракции нет. Ну, это так, я чисто в курс дела ввожу, бляй. Если вдруг кто не знал, оно может полететь, даже когда там фракции нету. Скам, алейкум салам, брат. А9, привет. На культе 3 карманных, одного карманного достаточно. Все, кто играет без карманного, либо вам не везет, либо вы мужчины.
это уже на выбор. Китайские штучки, привет. Очень редко без фракции. Так оно не должно вообще нахуй вылетать без фракции. Оно без фракции вообще не должно вылетать, поймите. То, что оно очень редко вылетает, это не должно так работать. Привет, Скорпион. В этом, сука, вся проблема его. Привет, Слава. Я вот к этому, блядь, склоню. Кого ты качаешь? Топ ММА, здорово. Бля, вот я сделаю одного Т7, не дай боже, нахуй. Не дай боже, блядь. Мне каким-то хуем вылетит, блядь. То, что вылетать не должно. Все, я нахуй спускаю трусы. Стул, здорово. Привет, Тигр. Что делаешь, что за игра? Играю вот Rush Royale. Выбегают монстры, ты их пиздишь. И тебе надо пиздить их лучше, чем твой соперник. Чем лучше ты их пиздишь, тем больше у тебя кубков, тем больше ты вообще сам по себе нормальный мужчина, блядь. Туда-сюда. И как бы нормально. Спасибо, брат. Думает, иди ты нахуй с своими культистами. Соревнования семерых. Похую. Так, одна победа есть. Самое главное, это иметь хоть что-то. Хотя бы одну победу. Тут особо даже не с кем, блядь, соревноваться. Дошек, я не помню. Купишь себе пас, а я не играл зеркалкой, и у меня платины все равно не имеется. Я всю платину отдал на розыгрыш. Там, блядь, вышло дохуя на самом деле. 220 на 5, 1100 плюс. Короче, 1300 платины на розыгрыш отдал. И еще 3 человека должны получить. Еще 3 человека должны получить. Я только 7 начислил. Начислил. Акмаль, ва алейкум салам, брат. Опять ебать меня будет. Брат! Бля, брат! Мою любовь не передать. Просто спасибо. Вы видите, там нет карманного. Там нет карманного, бля, там нет карманного. Просто мужчина. Брат, здорово, ID 102, спасибо за код автора. Шоу, бабай. Просто мужчина, просто воин, бля, Ахиллей. Сын Пелея. Звук. А что со звуком, ребятушки? Раз. Алло, блядь. Звук, алло. Слышно? Вот, заебись. Сейчас норм, заебись. Бля, кстати, нет, ну Акмаль воин, если он проиграет это, не, ну, мало ли, блять, я ему отдам. Просто за то, что там нет карманного. Как нормальному пацану, просто отдам ему, вот просто вот без карманного. Муа. Когда обнову выйдет в конце месяца, Севери, здорово. У тебя стрим лагает. Ну, блядь, я ж ничего не могу. Пошел он нахуй. Их точку роста надо докачивать, блядь. Йоу. Бог тьмы, привет еще раз. Стрим лагает. Бля, я не знаю, братья. В чем проблема? Битрейт нормальный, все нормально. Энди, привет. Что со стримом, блядь? Попробуйте просто перезапустить, может оно получше станет. Если меня еще, блядь, кто-то слышит. Если здесь еще кто-то остался, то попробуйте, блядь, перезапустить шарманку.
Помогло, заебись. Когда баллы? Мне не дают баллы. Мне баллы не дают. Я не знаю почему. Жалко им, не жалко, блядь. Просто не дают и все. Лид, здорово. Какую колоду куртит? По колодам пиши в телеграм, братуха. Те ребята помогут. Вау-ва-ба-бай. Проебался опять с дриадами. Почему у меня так плохо, блядь, понимаются дриады? Я, блядь, не понимаю. Я плохо понимаю дриады. Где точка? О, в углу есть, нормально. Дудка, вупов, мейт. Фарш, привет. Акмаль, ва, алейкум салам, брат. Отлично, брат. Я когда увидел, что у тебя нету карманного, у меня просто поднялась мотивация. Поэтому мы идем на урон, а в конце я тебе отдам игру. Даже если проиграю. Ну, логично же, да, если я проиграю, я отдам тебе игру, брат. Сливки, привет, шапочка зашла, да. Потому что у меня опять не будет Т3 пешек. Ну, не будет Т3 пешек. Должно быть нормально. Нормально. Талон Тинсонг, спасибо огромное за код автора туда-сюда, нахуй. А не, пошел ты нахуй. Не, тут не спасибо. Ебать, ты чего такой агрессивный, дружище? Нихуя себе. Блядь, я хочу это дочитать. Там ебало разбить должны. Где, блядь? Дайте почитать, пожалуйста. Ты будешь трястись, нахуй. Ишак. Ага. Уфу. Мужики, Уфа коммунистическая 83, блядь. Нас там ждут. В ГТРП. У брата сегодня был плохой день, он решил немного, блядь, забулить меня. Так, я хочу дочитать. До конца ноября жду тебя тут, в противном случае ты сыкло. Бля, брат, я не успею до конца ноября приехать. Чуть подождать надо будет, наверное. За что ебало бить? За то, что я потратил деньги в игру. Получается, да. Получается, сыкло. Задира, ну, задира не особо двигается. Так себе. Это что за точки? Это пиздец. Я немного возбужден, глядя на них. Так скажу. Точки пиздец. Очень хорошие. О, Лаки, привет, брат. Все отлично, все хорошо. Получается 500B. Не сглазить бы, да? Просто главное не сглазить. Точки реально хорошие, надо просто собрать все в кулак, все, что собирается. Под культа гайку, да, можно. ID 102, спасибо за код автора. Дошек, именно так, брат, именно так. Я буду сразу стаки начинать делать. По возможности, вот как они будут делаться, по максимуму, блядь. По максимуму выкачивается. Только мана заканчивается. Ай-я. Почему с русалкой не играешь? С Зевсом культ сильнее. Он сильнее. Пудинг, а зачем? Это, ну, это самое хуевое, что может быть, продавать канал. Столько сил, столько всего вложить в канал и продать его. Это бред. Когда видишь урона красной шапочки, у тебя встает периодически. В Уфе нет такого адреса, нас заскамили. Поздравляю, нас заскамили. Про три канала. Три канала. Три канала. Брат, бляй. С моим мозгом, блядь, вспомнить то, что я забыл, невозможно. В моем возрасте люди уже не помнят то, что вчера было. Пока что лучшая русалка. Дудка, Клауди, брат, Вупов, мейт.
код родной. И в кефтеме. Нет, нет, я бы, ну, не продал бы. Ну, это моя жизнь. Rush Royale, это мое второе дом. Не продам ни за что. Андрей, здорово! Нихуя ты даешь. В принципе, неплохо. А, блять, вот оно что. Все, понял. Понял. Принял. Теперь понял. Есть такие люди. Ну вот я из таких. У меня память как у рыбки, блять. Вот, 15 секунд. Даже меньше. 15 секунд прошло, все, я забыл. Если контракт только с пробуждением фракции летит... у его знает. Куда оно летит? Главное глаза достакать. По стакам нормально. Александр, братуха, тебя никто не игнорит. Мечики достакаются. За игрой они по-любому достакаются. Ну, я надеюсь, по крайней мере. Я в это верю. Всем сердцем. Что они достакаются. Дмитрий, здорово. Тул. Так я тебя прямо сейчас чувствую, брат. На девятом культе 100 плюс. 120, наверное, 130 максимум, я думаю. Не больше, типа. Просто, Илья, здорово. Погодка охуенная. Погодка тема. Сок. Ива бабай. Так. Все, больше нельзя отдавать. Больше нельзя. Герс One, здорово, все нормально, по настроению тоже хорошо. Алекс, алейкум салам, брат. Да, да. Так, амулетик уже 30-ка. Тема. Можно потихоньку в глаза переходить. 7 глаз, кто говорил, что нету глаз, все есть. Щедрость лучше контры. Ну, пока да. Ну, одну контру даже сломанную надо иметь в колоде, чтобы она хотя бы просто чистила. Только не меч. Спасибо. Твое мнение про Акмаля — лучший человек в мире. Филипп, здорово. Сабит, ва алейкум салам, брат. Даня, погода говно. Я чуть не отморозил свои шарики, блядь. Культур, 20-й тренер или 11-я рыба? 11-я рыба, брат. Хафик, здорово. 11-я рыба, конечно, блядь. Какие вопросы? Хуйня. Какая-то хуйня началась. Опа, шалеть. Только не лечи ее, наверное. Лечи, не надо ее лечить. Вот так я сделаю. Так, о, хорошо, вообще заебись. Елена, поздравляю, буддисты, эта тема. 20-я рыба или Зевс? Для культа Зевс. Культ Зевсом — это страшная тема. Ёбаный в рот, нахуй. Ёбаный в рот, блять. Ну, сука. Ну, блять. Вот в одну пешку нельзя было из 15 попадать, и оно в нее нахуй попало. Какие шансы, блять? Вот какие шансы, что оно именно так, блять, и произошло бы? Ебать. Вам понизило культа, блядь, да. Есть такое. С
Сплекс, привет. Я про Random Dice слышал, но я не пробовал. Все говорят, что это копия игры, типа Rush Royale, но может быть и да, идея взята, но Random Dice как можно играть, там же глаза вываливаются, блядь, когда ты в нее играешь. Дриада на Зевсе, не, она будет вечно скачаться, я очень много по стакам потеряю, нельзя. Как бы не хотелось, но, блядь, нельзя, братухи. Сейчас можно. Только мне, наверное, пиздюлей дадут, блядь. Не, не дадут. Не в этой жизни, блядь. Тых. У тебя пинг повышен, только через 10 секунд сказал про культа. Да нормальный пинг, блядь. Дмитрий, здорово. Ну, у меня 3 контрзаклятия легендарных. Супчик, привет. Бля, как это поскипать? Вот сюда, нахуй, сюда. Сука! Бля, я воин нахуй. Просто пиздец. Просто пиздец. Ты белорус? Я белорус. Зачем принимаешь призывателя? Да, блять, хватит. Хорош, хорош. Ладно, хотя бы на Зевсе понизил, он прокачается. Играешь в доту? Нет, давно не играл. Дима, здорово, девятый инк. Ой, бля, брат, я бы не советовал. Лучше каким-нибудь эпиком играть, чем инком девятым. Когда 1 триллион на культе в тренировке, может, сделаем, если у Влада 15-й культ имеется. Только у Акмаля 15-й призыв, это будет фатально на самом деле. Э, блядь, ебись по-братски. Так, мана закончилась. 71 стак уже. Так. Что за кнопка справа сверху? У меня такой нету. А это с компьютера. С компьютера, когда играешь, она такая есть. Амулет надо докачать. Мотивацию надо поднять. О, шамана, да? Бля, на самом деле заебись все идет. Я без Зевса убиваю как бы босса, это нормально. Я без Зевса пол Б убиваю. Welcome to the club, buddy. По-моему, это кефтиме. ID 102, спасибо за код автора. Нахуя я нажимаю? Абрек, ты ебаный, блядь. Оно его еще и лечит. Усук. Нахуя? О. Все, пизда нахуй. Пофиксили меня, блядь. Как я не хочу сюда отдавать? Нельзя сюда отдавать. А похуй, а когда не отдавали? Так, оставим. Так, Зевс. Сейчас нужен. Хорош. Мне убрать меч, все будет отлично. Рубокс, брат, я не принимаю, друзья, не вижу в этом смысла. У игры будущее есть, надеюсь, что да. Когда не надо, оно лечит, это стандарт. Бля, мне надо что-то сломать, нахуй, клянусь. Не надо что-то сломать. Да ебаный ты в рот.
Я хуй его. Нет, нормально. Пока поживем, потом подумаем. Ебать, что за хуйня? Прикиньте, какой анлакич. Это пиздец. Все, забейте нахуй. Сейчас убьем, попробуем. Если убьем, все будет нормально. Пиздец. Мужика нахуй. Да не надо. А, Максим, спасибо, братуха, за код автора огромное. Black Good Boy, спасибо за код автора. Бля, ну мне максимально не везет. Мне не везет, пиздец. Посмотрите просто на эту хуйню ебаную. Нормально. Живем. Пока живем, но это хуйня. Это все хуйня. Зевс, привет. Ребята, я могу сейчас чуть-чуть чатика выпадать. Тут начинается ответственный момент, блядь. Ответственные моменты в катке, где надо уделять прям супер много времени. Поэтому могу что-то не прочитать. Что такое код автора? Покупка в магазине в официальном игры с использованием кодового слова. Такая хуйня. Да. Да. Один бы убиваем. Охуенно. Охуенно. Ой, чувствую, хуйней пахнет. На нахуй. А оно лечит чистого. Донатил 1800. Вроде выкарабкались, блять. Гавр, привет, пойдем скоро. Скоро пойдем, брат. Вот это дэмэш нахуй. Плюс мана. Если так и продолжится, то у нас будет прям супер-супер много. В четверг, хуй его знает. Только если поздний. У меня сейчас поздние смены все стоят. По поводу реклам-клан, тебе донить нужно ли как, с кем-то связаться в ТГ? В ТГ, в ТГ через модеров, а дальше уже будем в личке обсуждать. Ну, по боссам у нас уже хороший урон, на самом деле. Вот, нормально. Нормальный чит.
летит. На культе второй левый талант с русалкой пробовал, мне не понравилось. Бля, переверни нормально по-братски. Культ. Тема. Так, сейчас будет 112 уже. Уже неплохо. На 13 ВДХ левый. Писать просто в ТГ пиши, и ребята модеры читают. Ты можешь на стриме написать, они тебя тоже скоординируют. Перенаправят в Телеграме. Антон, привет. Только на выходных будет тестовый сервер. На выходных, брат. Так, ну у меня есть урон по боссам, но нет урона на волне. Что это за хуйня? Пойдет. Пойдет. Ланты левый, правый, левый. Алексей, здорово. 116. Глаза максимально, глаза уже максимально. Михаил, спасибо за код автора, братка. А что за блестки летают? От призывателя. Зачем тебе психолог, чтобы быть здоровым? Макака может уебать, единственная грустная. Единственная грустная хуйня, что может уебать макака. Но я постараюсь дать ей пиздюлей. Критавок Маля вроде бы под 4500, если я не ошибаюсь. Илья, привет, спасибо. Вот сейчас надо убить макаку. Я не знаю как, может вот так. Ебать, у меня урона, мужики. Пизда, вы это видите? Если не будешь на босса кидать, ну... Я просто себе урон увеличиваю на боссах. Я не так пытаюсь ему срезать, как себе повысить. Я ж когда прожимаю, у меня тоже урон повышается. Бля, урона просто ебическое количество. Пудинг 2 колдуна, вот это хуёво. Пудинг 2 колдуна, это страшно. Почему не Калепа, я не знаю. Просто такой есть и все. Смотрите, у него, кстати, очень хорошие стаки. 358, 232. Он, бля, молодец, он хорошо раскачался. А мне подстанило одного культа, я начал проебывать, что? Не, похуй. Похуй, нормально живем. Культ в мете, да он никогда не был в мете. А, есть такой город, да, я знаю. Бля, они бегут куда-то. Они куда-то пиздуют. И это страшно. За счет ускорения от Максовета тяжело. О, пизда, опять в этого дебила летит нахуй. Бля, это финиш. Это печалька, это очень много урона заберет. Дим, привет. Бля, это хуёво. Что понизило. Погнали. Хорошо. Прикиньте, от вируса не почистил. Пиздец. А как я так вирус не почистил свой? Бля, волна уже высокая, нельзя вируса пропускать. Бля, центральных тоже не лечит. Бля, ой, там гроссмейстер, ебать. Опа, это хуёво. Или нормально? Ладно, сейчас посмотрим. Не, нормально. Культ, культ, хорошо, хорошо. Так, 2B, да? Неплохо. Неплохо.
За сколько Налоса? Не, Налоса уже проходили, Налоса больше нельзя. О, а трибунал... Бля, трибунал. Трибунал хуёво. Трибунал ёбнет, блядь. Трибунал ёбнет. Вот это фатальная нахуй. Я не знаю, как его убивать. Давай, блядь. Сражаться. Чего нахуй? Чего? Я как это шотнул? Я как шотнул это, бля? Я как это шотнул нахуй? Сто двадцать один, бля, ебать. Я бы стоял еще очень много. Я бы еще очень много стоял. Я бы очень много стоял. Бля, вы просто прикиньте, я шотнул трибунала на 2Б, блядь. Бля, ебать. Нормально. Нормально. Бля, это сильно. Зачем сдался? Ну, у нас фетиш такой с ним. Мы с Акмалем два брата. Он мне в прошлый раз сдался, поэтому я ему сейчас сдался. Мне не сложно. Культа надо апать? Да, брат, надо ему урона чуть-чуть добавить. Адерин, здорово. Робот или мастер стихии? Робот. Дима, да, видел. Чем играть без дряды? Кристальным, наверное, лучше. Инком без дряда вообще говно. Морского волка, Антошка, ну можешь, если нравится. Нормально, двойная точка. Перевитули, блядь. Уй, бля, ёбаный в рот. Чем? Зачем? Изи, привет, Джакус, хай. Бля, прикиньте, куртка на ману с карманом, это ж, бля, фаталити. У него угощение, да, должно быть угощение по-любому. И зеленый талант, это как вообще? Рома, да, бля, что ты предлагаешь, не играть? Это фуловая раскачка при учете того, что мне никак не руинят стол, опять же. Мне просто никто не руинит стол, вот он вон так и стоит. Минимальная руина, все, ГГ сразу же. Лучший герой под культа Зевс. Зевс культу идеально смотрится на самом деле. Вот для культа это прям пушка. Энди, спасибо за кут автора, братуха. Рубок, спасибо. Волк седьмой, я не знаю, брат. У меня пока его, к сожалению, ну он у меня есть, но я как бы особо сильно не пробовал. Чик, Холли атеист, спасибо, спасибо, брат. Бам, бам, бам. Ну какая-то хуйня, а, нормально. Нормально, пора прожимать. Двойная точка, это на самом деле неплохо, это не сильно плохо. Событийная пешка без талантов, робот. С какого он будет нормально смотреться, Зевс? Бля, брат, не хочу обманывать, наверное, с... 10-го более-менее, с 10-го более-менее, с 15-го самый сок. Вот с 15-го и по, соответственно, 20-й тема. Кроме Зевса, русалка, наверное, русалка Гайка. Я раньше, когда не было... Ебал. Когда не было Зевса, культом постоянно с Гайкой играл. Незак, здорово, лет 24 лета. Нет, шапка будет не в зеркалке, ребята, шапка будет в новом событии. Атеист, спасибо еще за код автором. Там написано черным по белому, что она будет в новом событии. Джамик, наверное, через 4 банши.
Ну, как мне кажется. Я не играю на банш, но мне кажется, что через 4 будет самая золотая такая Бенбрат середина. Пизда, прикинь, с 4-й меч. Хорошо, что там хоть точки зипса нету. Плохо стол раскачивается в этой катке. 9-му нахуй равновесие. Бля, где моя мана, родной? 25% всего лишь, блять, а как будто нет. А, супчик, так это не представь, это каждая катка. На задиру Зевс тоже заебись. Не, русалку порежут, Зевс. Зевс и так на грани. Для некоторых героев он очевидно лучше. Русалка порежется, все. А, придет опять эра Зевса, все будут Зевсами играть. Сколько на шапку Диди, я пока не знаю, брат, честно. Я сам не в курсе событий. Джаки, е. Культист can deal 1 trillion damage. With mermaid you can't do this. 1к крита, ну, блядь, смотря сколько играть, все равно кубки апаются от количества совершенных игр. Чем больше ты играешь, тем больше кубков, соответственно, апаешь. Чем больше играешь, и все. Шапка, да, новая пешка. Меч прокачал. Охуенно. Воу-воу-воу. Охуенно. Бля, ужасный стол. Я не знаю, как это исправить. Два призыва. Хуже как будто бы быть даже не может. Соли, привет, спасибо. Дила, осуждаю. Бля, его надо скипать нахуй как-то. Конечно, блядь. Давай иди нахуй. Руш. Скипнули. Только все равно понимания не имею, что дальше делать. Напиши разрабам за Теслу, у них статистика, они отталкиваются от нее, то, что я напишу, смысла в этом не будет никакого. Что за треки? Фонг без авторских прав. Финлайт, здорово. Лавашек, привет. I see you. Да, ебаная эта петушиная голова, нахуй. Глаз, кстати, заебись. Потом придумаем, что делать. Помидор, уа, алейкум салам, мистик, привет. Хорошо все, лавашек? What's your best damage with cultist with this version of the game? 240 billion. Бля, рискну, наверное, да? Мистик, спасибо. Почему Зевс не русалка? Культист, он намного лучше. Культист Зевсом может творить адские вещи. С русалкой никогда в жизни не получится сделать столько, сколько вы сможете с Зевсом сделать на культисте. Славик, вижу, брат, я ж тебе что-то отвечал. Бля, прикиньте, сейчас залетит куда-нибудь в пятую или в четвертую золотую. Вообще фаталити будет. Давай. Петушара. Ну, кстати, не так плохо. Перевет. Незекс, здорово. Можно ли вам сейчас без доната? Не, брат, без доната, к сожалению, тяжело. Можно играть без доната так, периодически в удовольствие, но чтобы более-менее получать это удовольствие, надо хотя бы пропуск покупать. Неделя душ не через ведьму. О, гадость какая. Неделя душ не через ведьму, это как-то не надо. Не надо душ не неделя. А, ой, да хмяха, слушайте, у меня неплохие точки. Словно говоря. Если полетит карман, я его даже почистить могу сейчас.
Илья, no name, здорово, братухи. Как оно? Че нового? Хуй там ты угадал. Опасно было, пиздец. Ёбушка, привет. Планируешь прокачки подписчиков? Не знаю. Слава, здорово! Ты в ТГ вообще сидишь? Брат, там после розыгрыша вообще нахуй не понимаю, что происходит. Стараюсь туда не заходить. Я розыгрыш сделал, у меня там вообще фаталити, блядь. Не понимаю, от кого сообщение, куда сообщение, брат. Только не в центральных, блядь. По-братски. Пожалуйста, играй, если ты меня любишь. Если я нормальный стример. Я нормальный стример, блядь. Видите? Может каждый раз так говорить? И она будет щадить, типа? Нет? Да, Слав, чекну. Какой кредит нормальный? Ну, 2000 это уже, типа, заебись. Прям нормальный. How much have you spent on the game, roughly? Around 1 million Russian rubles, maybe. Plus, минус. Сука, соси, пинус. РТ, Рубокс, здорово, бля, ебать, я ж уже здоровался с некоторыми, вы чё? Хуета какая-то. Ебабай. Надо еще парочку призывов. Я знал, родной... А, нет. П? Чистить будем, нет? Короче, Т6 оставлю в одном месте и все, в пизду. Но прокачается рано или поздно. И пиздец. Лапертон, здорово. Нормально, осталось дрядку качнуть. И, в принципе, стол уже неплохой. Урона у него я не верю, что будет много, блядь. Хоть у него там ведьма, вся хуйня там. Это 10 тысяч долларов? Бля, это страшно, я не хочу такого говорить. Криптон, привет. Прокачаться только пропуск? Да, можно, можно. Почему не с Зевсом? С Зевсом же, брат. Round it is in pounds, then I just started and played some of you twin guys very strong and good. Yeah, yeah. Почему не с русалкой? Потому что Зевс пизжи, блядь, братуха. Зевс это must have, блядь, для этой колоды. Зевс делает то, что не сделает не Зевс. Петушиная тварь, бля, ебаная нахуй. Вот, сука. Ай, сука. Кому я объясняю, блядь? Игра ебаная, блядь. Когда ты перестанешь меня чпокать? Можно ломать крест смело и искать еще одну дряду туда, нахуй. Нахуй там, блядь. Хуй там. Бля, это ебанина, я вот, бля... Ебать. Включи нахуй. О, золотая. Только не понижай. Вот не понижай только. Выпутал ты, сорылая. Нормально. Горячился, брат. В этот раз я погорячился. Не обессудь. Наших здорово. Бля, прикиньте, контрзаклятие помогло. Я в ахуе. Леброн, здорово. Не, он должен узнать это. Я не верю, что он это вытащит. Артём, можно.
Можно, брат. А когда не можно? Ой, да, блядь, ебаная. Где ты? Я бегу за тобою, ты бежишь за мною, мы бежим друг за другом. Тварь. Контру пофиксили на тесте, ну что-то типа того, как будто бы да. Хуй его знает на самом деле. Леги без доната, чуть больше играть, набивать кубки. Жене интересно? Нет, ей похуй. Максимально. Ну, кстати, он до сих пор стоит. Я не знаю, откуда он высирает эти зеленые стаки, но он до сих пор стоит. Блять. А, не, все, забейте нахуй. Там урона вообще зиру. Чисто нули. Хоть у него и нормальная рыба. Бля, от души. Спасибо тебе, что ты, блядь, вошло в положение и почистила, блядь. Плюс респект, блядь. 20-я рыба и 6-я хренотень, и все равно у него какие-то явные, блядь, проблемы. Бедла, скорее всего, крутанет. Жена, ну, как жена? Женщина. Мадемуазель, фрау, там, туда-сюда. Любимка. История боев на Зипсе на пипец. А что там? Малой, можно. Только долго. А схуяли он с 6 стоит? Он же был 7, нет? Или это я уже ебнулся? Не, родной, это будет переворот. Не обессудь, блять, но это жизнь. Это жизнь, вся хуйня. Круть, верть. Да мы нахуй. Подей, здорово! Счастливенько. Здорово, здорово, брат. Так, нахуй. Мы как бы в нуле сегодня опять. С чего начали-то мы приходим. Бля, зато игры интересные. Не то, что на этом ДХ задрачивать тупорылом. Сидишь на культе, тыкаешься. Классно, круто, чё. На зеленом задержишься от 5b, нормально. Лучшие фильмы. Мы сейчас смотрим сериал «Новичок». Тема классная. Прям классная тема. Так, ладно, давайте ластовую. Как раз 1.5 часа стрима у нас и будет. Задира позорный, полностью согласен. На эпик копье, братья, на эпик копье. Подей. Вот они, блядь. А? Вот они сливаются с фоном, но они просто гигантские, блядь. Спасибо, братка. Игра до года, больше 9 таланта нету. А ты как, потихоньку все пешки прокачивал или в одну выходил? Там надо выбирать что-то одно. Если ты играешь без доната, даже без пропуска, то надо прям строго одну пешку выбирать и только ее качать. Ой-ой-ой. А у него карманная есть. Ёбаный стыд, блядь. Пизда, а чё культ сразу туда падает? Можно? Во все тяжкие нет. Бля, ну это, короче, блять, не хочется проебывать последней каткой. Ну ладно, что поделать. Что поделать? Точки хорошие, бля. Если бы у него не было кармана, можно было пошпилиться с ним троху. Ну вот карманы, это, бля, пиздец. Ну плюс куртка на урон, соответственно, тоже неприятная тема. Как женщина к стримам относится? Нормально. Хорошо, уверенно. Неплохо. Ах, нихуя себе, погоди. Я такого не ожидал, блядь. А схуя ли там меч стоит, блядь? Золотая, ва-ха-ха. Ва-ва-вай. Где мана? Гиде! Понял. Пошел я нахуй. Все, отъебись. Только не меч. Нормально. Игра меня слушает, выслушивает, прислушивается и не слушает. Нахуй. А, бля, прикиньте, что я сделал. Я просто так въебал в никуда.
демку эту. Из духа. И вот есть ли смысл седьмого делать? А если он прям сейчас захуярит? Что тогда делать? А, так он прям сейчас и захуярит. Что это я? Совсем ёбнутый. Ну, я. Бля, это плохой знак. Так. Как-то надо поскипать. О, плюс одна дриада нужна, и все будет заебись. Блять, как подкачать это? Стойте. Пизду, я не понимаю. Сложно. На зачем? Все нормально, повезло. Тестовый? Не тестовый. Основностовый. Бля, я вообще, поняли, у меня какая-то, блядь, что-то у меня как-то, блядь, шарики за ролики, блядь, укатились и пиздец. Я вообще не отупляю, что делать, блядь. Первый раз со мной такое, я в ахуе. Санёк, здорово, Костя, доброй ночи. Меня вообще мозга не варит, блядь, в этой катке. Что ж такое, что ж, блядь. Я в ахуе. Ну и нахуй. Где можно было поставить кого-то к одну пешку? Знал? Дэн, здорово, спасибо. Как я мискликнул? А нахуй с ним, это не имеет значения. Это не имеет значения. Где ты? Я бегу за тобою. Петушиная залупа, блять. Ну как оно первого забирает, блядь, там глаза были, ебаный в рот. Где мана, нахуй, вообще какая-нибудь, блядь, чья-нибудь. Чья она вообще, блядь. Этого я сделаю Т6, один хуй меня его заберут, блядь. Я просто знаю, я эту игру читаю, блядь, азбук. Кроня, привет. Во, прикол, иди сюда. Я даже боюсь зевса прожать, потому что у меня просто некуда, нечего, некому отдать. Событий я 0 набрал. Я не играл в события. Сложно объяснить причину этого, но, блядь, я просто не играл. Иди-ка ты нахуй. Во, что-то типа такого, блядь, надо делать. Что-то типа такого. Александр, здорово, здорово, братуха. Вах. Сука. Еще нового, блядь. Да, блядь. Тварь нахуй ебаная, почему? Да в пизду. Бля, я не хочу играть, нахуй, клянусь. Все, я не хочу играть. Все, под ноль, все старания нахуй идут под ноль. Просто забейте, это дурдом ебаный, это бред. Просто это издевательство надо мной. Акмаль, братуха, тебе спасибо. Хорошо постояли, я там урон разогнал, ебануться. Ты мужчина, брат. Спасибо. Как они заебались карманами. Боже, когда это закончится? Просто. Я не знаю. Если бы они убрали карманы, игра стала бы в 15 тысяч раз лучше. Почему не на монахе? Да меня бы обрыгали на монахе. Вот серьезно. Мы просто съели, блядь. Просто схавали, блядь. Брат, вот я же говорю, мужчина. Я же говорю, мужчина, брат. Беррис, спасибо за поддержку. Ну вот, видите, а. Фальстарт. Я хотел напиздеть. Ай, блядь. Олень. Тупой.
иди ты нахуй, ты баран слепой, иди ты нахуй. 15.93, спасибо огромное за донатик, брат. Спасибо огромное. Доброй ночи, огурчик. Бля, я сейчас буду кричать и бить что-нибудь. Хочется что-то ударить, например. Взять и разъебашить. На, братуха, как тебе такое, блядь? Неожиданно. Вот думаю, ожиданно. Думаю, он знал, что я такую хуйню сделал. Там Зевс, да? Сейчас проверим. Нет. Та неделя на культе? Ну, не знаю. Жена на стриме, она там двигается. В своей комнате. Кого, блядь? Ах, ах. Если б сейчас понизило, бля, я просто клянусь, бля, вы бы увидели зверя, нахуй. Непередаваемого. Бля, там еще и призыв 15, пиздец, там фу за пачка, блядь. Ебись, нахуй. Да мулет докачивает 34%. Ой, бля, я мог вторую дряду отдать, а что, ебанутый? Бля, вот это руина была. Что так поздно начал запускаться? Ну, я обычно рано запускаюсь. Просто сегодня только с работы приехал. Да я недолго, на самом деле. Мы последнюю карточку играем, и все, и расход, разбег, блядь, как море корабли. Кораблики, блядь, ох, сука, ебаный игрок. А, Михаил, привет, спасибо огромное за код автора. Инка или культа? Культ. Брат, культ, инка ни в коем случае. Инк хуета. Разработчики, услышьте нахуй молитвы, блять. Посмотрите на это блядство ебаное. Просто пощадите, удалите нахуй. Это было ошибкой, нужно уметь признавать ошибки. Удалите нахуй карманы. Это конченая дрянь. Это просто дерьмище. Блядь. Я просто хочу, вот, хочу пообщаться с человеком, который играет без Зевса против карманного. Вот что он, блядь, чувствует в такие моменты? Ненависть, гнев, нахуй. Что он чувствует в такие моменты? Потому что я с Зевсом охуеваю. Я охуеваю с Зевсом, блядь. А как люди с гайкой живут, блядь, это пизда. Это ж нахуй абсурд, ёбаный. Вот, что, куда оно, блядь, летит? Оно не чистит! Ну иди в пизду, у меня три культа стоит, ну ёбаный в рот. Блядь. Ёбаный в рот, пиздец, сука. Блядь. Так, блядь, в натуре. Пускай тогда вернут очищение культу. Пускай кому-нибудь что-то вернут. Да ебаный в рот, ну Ваня, так жить. Спасибо, Фадей, братка. Ну, хули сделать, это жизнь. Мы понимали, куда мы идем. Паркурчик, привет. Как саппорт героя Русалка стал профитнее Лиги Героя? Не, брат. Зевс все равно получше. Зевс все равно лучше. Вопрос к карманным. Если карманные реворкнут, пофиксят. Если Русалка пофиксится... Русалка сейчас чуть ниже Зевса. Если русалка фиксится, она вниз улетает. Ну и карманная тоже, это, блять, абсурд. Так не должно быть, так как оно есть. Сделать такое карманное, которое дисбалансит игру на 90%, это, ну, надо было постараться, блять. Но у них получилось. Это ей, блять, ёпта, я в ахуе. Даже не знаю, что сказать, это пиздец. Вот Фадей, в принципе, передал все мои мысли. Максим, привет, спасибо. Тёлка, братик, тебе выше ответили. Нахуй даже не питаю надежд это выиграть, блядь. Против Волка с Морозом, а Волк с Морозом похую. Он выиграет без разницы, брат, что у тебя там будет. Будет ли у тебя русалка, будет ли у тебя Зевс. Там это просто само собой не выигрывается. Там плевать на героя. Вот, бах-бах.
На нахуй. Ох, почистила. Это мы спасем, пожалуй. На-на-на. Еба. Погоди. Вот если бы мне никто не мешал, я бы просто каждый день ставил бы рекорды нахуй на культе. Так меня и будет просто. Я не знаю, сколько я не играл монахом, меня просто, блядь, как катком переезжали эти отморозки на волках. Они ж какие-то больные, блядь. Как ты узнал про рояль из рекламы? Мы в тебя верим. Дэн, спасибо, брат, но это не выиграть. Клянусь. Клянусь. Это просто, ну, у меня стоял Т6. Культ. А он его убрал. Вот видишь, я 4 культа прожимаю на очищение, а у меня не чистится. У меня все равно не чистится весь стол. Ну, я не знаю, это глупости. Банши, банши, да, банши, как бы уязвимо к этой говне. Слышал, бля. Принял. Что делать, блядь, теперь? Пиздец. За ММА, ва алейкум салам, братуха. Как думаете, куда полетит? Пощади. Спасибо. Спасибо. Блять. Это можно выиграть. Попытаться. Он в одного сильного выходит. Пытается доделать сразу еще вон два типа стоят. Его перестоишь? Ну, не знаю. Если он мне расхуярит, блядь, весь стол, тогда не перестаю. Если не расхуярит, тогда перестаю. Пока сложно как-то, блядь, квалифицировать поебень, которая творится на столе. Так. О, видишь, он мне два типа застанил. Это сильно, это очень жестко. Он мне двух типов застанил. Я в ахуе, если честно. Я даже не знаю, что сказать. Просто в моменте, блядь. Так, последний глаз остался на типа. Лиза, максимально. Максимально, блядь. Бля, если я трибунала не шотаю, все, фатальное. А где мой Зевс? Будьте добры. Ответьте на вопрос. Бля, это было близко к концу. Ой, блядь, полупокеры въебаные, блядь. Нет, сука, слов, нахуй. Одни, блядь, эмоции. ID 247, спасибо за поддержку. Ну, урон с ладом. Худшее обновление. Ну, вот сейчас самое худшее обновление, в которое мы играем. Вот эта мета, два сезона, этого просто игра просто отвратительная. Играть максимально неприятно, просто блевотина нахуй. Просто ужас адский нахуй. Все сломанное, блядь. Ебаное, перебаганное карманное зачарование. Оно просто забаганное, нахуй. Играть просто неинтересно. Просто, блять, бред ебаный. Тошнит у меня, нахуй, от этого. Просто цирк ебаных уродов. Просто цирк ебаных уродов, нахуй. Я не знаю, как это, блять, объяснить, нахуй. Культ обосранный даун.
ебаный, а не пешка. И они вот выкатывают. Ай, бля, почему я должен это объяснять каждый стрим? Если б я был разработчиком, я бы просто зашел один раз, посмотрел на эту хуйню и понял, что это хуйня нахуй. И сразу же реворкнул бы, блять, в пизду собачью. Что меч, все, иди нахуй, понял. Слышал. Обнял, поднял, блять. О, бля, ебаный бред, нахуй. Ни один. Ни один. Ни один не чистится. Все, всем спасибо огромное за стрим, нахуй. Охуенная игра, блядь. Просто, блядь, ну. Ай. Как в поддержку зайти, нахуй? Кому там писать, блядь? Сука, это ёбаный бред, нахуй. Тут уже даже не прикольно гореть с этой хуйни. Просто даже не прикольно гореть, нахуй. Прикиньте? Вот интересно, блядь? Нихуя не интересно. Все, я ебал рот, карманное зачарование, как обычно. Спасибо за стримчик, как и обещал, недолгий, потому что на работу. Завтра не знаю, завтра только если очень поздно встретимся, потому что я до 11 вечера работаю. Все, за поддержку, спасибо, всем спасибо за все нахуй, кто бы что ни делал. Спасибо за то, что вы не выбиваете всех карманных шаманов. Будьте натуралами и любите родителей. Все, всем пока, увидимся завтра, наверное.